должны были вернуться в прошлое, чтобы увидеть наше будущее. 3 миллиарда лет спустя, с настоящего момента, огромная туманность Андромеды разбивается о нашу галактику. Рождается новая галактика. Солнце и планеты выживают, но начинают вращаться по орбите новой галактики. Солнце становится красным гигантом, поглощает Меркурий и Венеру, опаляет поверхность нашей планеты, разрушая всю жизнь на Земле. Затем Солнце умирает, уменьшившись до белого карлика. Соседние звезды также погибают. Их заменяют белые карлики, пульсары и черные дыры. В галактике гаснут огни. С момента Большого взрыва Вселенная постепенно угасает, умирает, без взрыва, но с протяжным стоном. Возможно, существует выход, путь спасения из нашей умирающей Вселенной. Может, наши далекие потомки сумеют найти короткий путь через пространство и время, размером с червоточину. Если существуют другие Вселенные, возможно, этот ход сможет вывести наших потомков из обреченной Вселенной в параллельную, где они смогут найти другую Землю, находящуюся в расцвете сил. Если им будет сопутствовать удача, они поселятся в этой новой Вселенной и обретут там новый дом. Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читал Александр Гаврилин.